Всем добрый день. Информация по отжимам видео актуальна на 29 октября 2021 года. 6 отжимов с длиной резиновой части 270 мм. Вот из этой кучки самый хороший отжим — это вот этот вот. Валики в идеале. Все крутится, все вращается. Следов никаких нет у них посторонних. Вот этот вариант 1500 рублей, самый дорогой. Вот этот вариант тоже, валики в принципе достойные, они слиплись, и вот небольшая полосочка есть, пальцем ощущается. Но подровнять тут можно немножко, я думаю. Вот. Вот этот вариант 1200 рублей. Вот в таком же точности корпусе еще есть. Но нижний валик под проточку. Присутствует износ, естественно. Вот. Вот этот вариант 900 рублей. Вот видно. Верхний валик в идеале. Так. Этот подешевле вариант. По краям присутствуют трещинки. Резина не пересохшая, довольно-таки эластичная. Вот этот вариант 800 рублей. Вот вариант неплохой. Вот здесь на валиках как чешуйки, но это особенность данных отжимов. Все в таком корпусе отжима, они все такие, как бы они снова идут. Цилиндры ровные. То есть вот прижим тоже работает. По поводу ручек, ручка обычно десятка. Десятка и подкону заточенная. Вот с таких ручек, в принципе, можно сделать самому. Нужной длины и с нужным рычагом. Так, вот этот вариант 1200 рублей. И вот вариант еще есть. Вот планка немножко это кривая, и валики трутся об нее. Немножко следы есть. И они слиплись между собой еще. Я их еще не раскручивал. Вот вариант 800 рублей. Валики вот мягенькие. Вот самые, наверное, мягкие из всех, что вот здесь вот. Примерно как хорошая зимняя резина автомобильная. Не набухшие. Вот несколько отжимов есть с длиной резиновой части 220 мм. Вот из них вот. Вот этот самый дорогой. Это 1500. Диаметр валика значительно больше, чем вот такие вот. Вот 1500. Вот такие же вот валики, как предыдущие. Здесь присутствует сетовообразность на них. Валики под проточку. Протачиваются они так на станке. С помощью прижима и наждачной бумаги крупной. Вот этот вариант 800 рублей. Вот этот вот вариант тоже 220 мм. Вот этот вариант 1200. Это вариант 1000. Это вариант вот тоже. Седлообразность. Вариант 800 рублей. Любые отдельные валики по 300 рублей. Вне зависимости от состояния. Вот есть вот приличный без трещинок. Есть небольшие трещинки. Геометрия немножко нарушена. Большого диаметра, есть вот длинные, короткие. Вот есть с износом, которые терлись об корпус. Возможно, отправку в регионы транспортными компаниями «Энергия», «КИТ», «СДЭК». На крайняк почтой. Вот до этих организаций доставлю сам до терминала.